Так, Ютуб, здравствуйте. Мы продолжаем прохождение по заказу человека, который даже не пришел, не соизволил прийти на стрим. Мы продолжаем прохождение Days Gone. И у нас 378 дней прошло. С чего прошло, непонятно. Но откуда-то оно прошло. Так, мы находимся в лагере. Нам нужно его зачистить. Меня тут сейчас жахнут, походу, немножечко. Но это не точно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас прикол, сигналка начнет фигарить. О, Патрики, это хорошо. Фонарик не буду включать. От греха подальше. Там вон тряпки вижу. И гвозди, да? А гвозди это для биты с гвоздями, типа? Пока последнюю не буду, мало ли придется полутать. Так что. Так. Эля, пепел находится, где гнезда уничтожены. А, нам нужно. Там нужно пепел собирать, да? Хорошо, буду знать. Блин, убежал. Далеко убежал. Похилимся пока. Прям как Хитман. Кстати, Вань, за что проголосовал в телеге или ты не голосовал? Ну, давай. Гуля-гуля. Давай. А здесь же есть еще типа день-ночь или нет? Так, пепел. Пепел только один, да, выдается на все гнездо? Я так понимаю. Кто там орёт? Испугалась. Так, ну этот дом мы вроде весь залутали. Надо идти дальше. Так, тут много бутылок. Хорошо. Может что-то скрафтить, чтобы собрать те ресы, что валяются? А я у меня все на максимум. Вот в чем прикол. Максимум, что можно, это вот болты, наверное, сделать. Но у меня нет побегов кедра. Вот. Все остальное я... Ну, у меня типа все по максимуму. Давай-ка тебя завалим, ты мне не нравишься. Тут ходишь, бродишь. Так.
нас еще? Вот это мы все залутали, да? Есть день и ночь. Угу, понял. Так ты голосовал в телеге, точнее? Так, а где еще гнезда? Вот это гнездо, я так понимаю. Так, походу, в этой хижине гнездо. Угу. О, топорица. У меня как раз нет милишки. Так, а если мы сейчас... Тут кусты есть? Вроде есть. Точно, гнездо. Спите, спите, ребятки. Не обращайте на меня внимания. А можно ли кидать в окно? Или нужно непосредственно кинуть в этот, только в проход? Телеги тебя нету? Хочешь, я за тебя проголосую? Блин, как их тут много, офигеть. Так, третий сейчас должен будет возвращаться, по идее. Давай, давай. Давай, наверное, прямо сейчас, пока ты не ушел. Так, ладно, пойдемте. Надо губки помазать, подождите. Губки мажу. За попку му бота и попал на бабки. Ну, хоть не в суд. Кстати, я придумала две новые команды. Что скажете? Значит, смотрите, первая команда... А будет сейчас, где тут она, чтобы я помнила, так, где тут для бота. Вот. А, итак, первое, значит, обнять чат. Вот, и там, типа, допустим, Ромозавр обнимает чат, и это мило, там, типа, на столько-то процентов, да? А, нужно ли такое нам? А, и второе, восклицательный знак «Я». Допустим, сегодня... Ромозавр у нас Александр Пистолетов на вертолете. Или там сегодня Иван Ру сонный хомяк. Там. Или сегодня Мазилыч вялая кукурузка. Ну, вот что-то такое. Ну вот, по поводу я, это точно. Вот, мне нравится такая штука. А вот по поводу обнимашек, я не знаю. В прошлый раз он сам себя кусал. Это, да, он умеет, практикует. Где там еще третий был-то? Я его жду. Я жду тебя! Жду тебя так сильно! Жду невыносимо! Так жду! За двух... за вторую голосую обнимашки? Что? За вторую обнимашки? Не поняла. У других стримеров идеи взяла? У кого-то, возможно, да. Ну а чё, у нас все берут кусь. Чё, мы не можем взять что-то другое? Ага. Ну ты идёшь, не идёшь? Иди давай. Голосуй за я. Ага, понял. Ну давай, давай. Да ну, серьезно! Он меня чё, по запаху, я не знаю, пукал услышал? Что за фигня? Я свинота, но могу сделать. Блин, не то! Я не то кинула! Я чуть-чуть не то кинула!
что-то похоже на я у Кейзи. Жаль, Рейвена. Конечно, этого добряка. Руина. Такая-то и руина. Ага, понятно. Блин, хана! А! Да не то! Ой-ой! Идите нахрен, я вас не звал. Блин, они все сбегаются. Мне сейчас жопа будет! Нет, я не хочу умирать! Нет, беги, сука, беги! Да почему ты от трех пуль не умер-то, ёб твою мать! Я не самая слабая, извиняюсь. Я нормальная. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. У Крейзи Рейвена, но я у него не сижу, поэтому вряд ли у него. Вот насчет Алены, может быть, я видела там... Хотя я не знаю, в последнее время там не видела такой команды. Я уж в последнее время сидела много. Мне кажется, я у Белочки видела. Вот, возможно, я у Белочки что-то взяла. Но это не точно. Я не помню. Так, ну что там, кстати, сгорело все, че не? Блин. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Больше нету ни хрена. Ну, тут сундук какой-то. Не сгорел. Ничего себе. А пепел где? Пепел. Пепла нету. Вань, почему тут пепла нет? Что за фигня? Так, волчатина. Угу. Где-то тут еще была волчатина, но, если честно, я не помню, где. Так, давайте походим, полутаем. Все, что мы пропустили, мы все потратили, что только можно. Так, это заправляться, это нам не надо. Так, что тут еще есть? Так, это можно взрывать. Так, тут ничего нет. Короче, нигде ничего нет. Моя любимая. У Крейзи Рэвена есть зверь. Не, зверь не то. Зверь не то. Так, кстати, надо эту сделать. Молотова. Так, ну мы почти все зачистили. Осталось только... вот это здание вроде как.
Там еще хотя сзади какие-то есть вроде как. Ладно, если что, сходим туда еще. Ну, функционал похоже, он у всех похожий. Я что-то понять не могу, ты мне так пишешь, ты против? О, склад. Или что? Ага, мирный, уютный, словно дом родной. Охренеть, вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи. Долбаные фрики, вы-то что тут забыли, а? Это западня. Что-то здесь прохладно, но я вам помогу. Нет-нет-нет, ну почему я не смогла его пробежать? Да почему? Ай, блин! Залутала уже жесть. Откуда он знает, что мне ссыкотно? Потому что нам всем ссыкотно. Так. Зачистить зараженную зону в лесном поселке. Блин, нас так далеко откатило. Или мне показалось? В этой хижине гнездо. Ого, как далеко откатило. Спите, спите, ребятки. Не обращайте на меня внимания. Ни хрена себе. Почему? Ну, хотя зомбаков нету. Трупов, кстати, тоже нету. Почему? Почему он не берет коктейль Молотова? Так, сейчас жахнет. Давайте, ребятушки, поехали. Ага, почему? Блять, какой живучий, я в шоке. Еще трофеи. Самое сложное — это орды. От орд, мне кажется, надо просто бежать. Так, хилимся. От орд, мне кажется, надо просто бежать. Так, ну это сейчас развернется. Можно, кстати, ж не ждать, можно его подозвать, да? А, вон пепел. Да. Да. И оно собрало его. Так, блин, а где я топор брала? Еще бы вспомнить. Ладно. Так. Блин, гнезда, конечно, такие сложновато зачищать. С одной стороны, классно. Можно это самое... Yeah.
Ну, по стелсику там, да, вот это все. А с другой стороны, прям... Куда она ушла? Почему она ушла туда? Я же камень сюда кинула. Не, ладно, пофиг. Вопрос только, я сейчас их завалю в этом, в ангаре, и как бы куда дальше? Потому что я так поняла, здесь 6 гнезд, а я только 3 нашла. Где остальные? Или все типа вот в этом ангаре? О, склад. Ага, мирный, уютный, словно дом родной. Если у тебя есть пулемет и молот, вот ты бежишь, обстреливаешь и снова бежишь. Ну, логично, да. 1000 до конца года ПК. Чего? Что? Охренеть! Вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи! О, долбаные фрики! Вы-то что тут забыли, а? Так, ну тут вроде больше ничего такого нет. Это западня. Так, осторожней, осторожней. Здесь можно через зад, кстати, выйти. Здесь несколько их, охренеть. Вы посмотрите. Ну ладно, попробуем сейчас очень-очень быстро. Давайте. Разогрейтесь, чуток. А, блядь! Бежим! Так, они бегут за мной, бегут за мной! Сосать! Следующий! Что, все, больше никого? Жесть, я зачистила зону, что ли, получается? Жесть, какая я мощная, жесткая, крутая. Как же она орёт. Ну, мне страшно. О-оу. Кстати, не всех завалила. Из 6. Все, отлично. Хорошо, хорошо. А что там ты за ПК хочешь, Ром? Какие неприятные звуки зомби издает. Это да. Неужели все? Фух, наконец-то. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик. Как дела? Много их было? Так, нормально. Я поэтому и пошел по темноте. Правда, некоторые были, но очень сильные. Да. Нет, холодно становится сильнее. Вот это и скажешь, не знаю. Да, будто я знаю. Ну, еще будет. Спасибо. Спасибо, что помог тебе. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой. Хорош! Видели, как я хороша? Как мощны мои лапища! Ой, что-то у меня животик болит. Я кушала? Я кушала перед стримом, да? А сколько пепла можно собрать? Так, ну мы вроде тут все полутали. Осталось только там вон что-то. Тут вот осталось тоже пепел. Не, все, пепла максимум. Так, ну получается, выходим отсюда. На самом-то деле мне очень-очень страшно забегать
сожженные вот эти вот все гнезда. Я не знаю почему, прям пипец страшно. Так, я могу что-то скрафтить. Давай посмотрим. Так, вот это я не смогу скрафтить. Так, а хилки? Все. Надо еще раз пробежать, короче, посмотреть, могу ли я здесь еще что-то получить или нет. Так, здесь, походу, нет. Так, главное не напороться на зомбаков, хотя... У меня же что-то было. Видимо, всплыло. Понятно. Так, жрать сел. Давай тебя завалим. Так, здесь можно что-то полутать. Это хорошо. Здесь зомбак есть. Домой. Так, гвоздей больше нет, да? Так, машину можно полутать, бутылки можно полутать, да? Блин, вот это вот... А с арбалета я зомбаков не убиваю, да? Я так поняла. Блин, еще один вылез. Да ну, как не вовремя-то. Блин, что за жопа. Что-то где-то лежит, но я понять не могу, что где. Ой, зомбак, здрасте. А здесь капканы, неплохо. Так, тут вот тряпки лежат, да? Ой, на аптечку есть, хорош. Так, вот здесь мы все утонули. О, дерево. Дерево — это хорошо. Дерево — это болты для арбалета. Пригодится. Доброй ночи, Мазилочкин. Давай. Ты завтра будешь вовремя, да? У тебя завтра короткий день, ты сказал. Мне кажется, все умирает, если болт в глазу торчит. Но что-то я вот... То ли я не попадала им в голову, то ли чего им там было не очень хорошечно как-то. Так, еще бутылки. Блин, ну здесь в основном бутылки и тряпки только. О, керосинчик, отлично. Керосинчик, это хорошо. Так, гвозди нам не надо. Там он с другой стороны что-то, но я думаю, это этот бак, где спрятаться, да. Так, вот в те дома я еще, кстати, не ходила. Только машины тут нельзя полутать, тут лома нету. В этой деревне практически нет лома. Так, бутылка мне не нужна. А тут что? Тут бинты. Угу. Буду вовремя. Если что, напишу максимум полчаса. Хорошо, ну это как раз. Не как раз. О, мачете, давай. Палку выбросим. Подожди, стоп. А палка... Нет, палка по урону. Уже. Так, дальше что? Мы откуда вообще пришли? Мы пришли оттуда, да? Так, ну... Мне еще вот здесь машину надо заоформить. Вроде как. Эй, идите. Так, ага, не, все, здесь все на максимум. Так, вот машину надо... Везде пойдет. Да. Блин, почему один лом? Что за жадины? Так, бита.
А если сделать биту с гвоздями? Она будет дамажить больше, чем мачете, или нет? Я так же кричала, когда Орду встретила. Да ты видела вообще? Они мне на лицо бежали. Так, во, 5 лома, хорош. Блин, там меня чувачок увидел, да? Что, потерял меня, милок? Вот досада-то, да? Ну, вроде как все, можем сваливать отсюда. Я вроде тут за это самое... Запылесосила все, кроме вот этого волка. А волка уже и нельзя, да, распотрошить. Блин, как жалко. Слишком давно, что ли, убила? Стоп, нет, я ж хотела заправиться. Сколько у меня тут это? 71%? Блин, надо бы заправиться. А теперь надо вспомнить, где я видела банку с керосином. Кажется, на какой-то машине я видела. Теперь вопрос, на какой? С керосином-то видела. Не туда зашла. У меня мышка плохо двигается. А мне там сейчас сзади не нападут? Так. Вот здесь, может быть. Дэм! Я же говорю, увидела где-то. Так, где мой байк? А, вон он. За мной никто не гонится? Вроде нет. Вот так. Порядок. Так, и починить его надо, да? Это поправимо. Порядок. Все, супер, садимся. Так, куда мы едем дальше? Блин, ну можно реально съездить вот сюда по квесту, либо... Что у нас вообще есть по квестам? Так, зараженная зона на кладбище Пайонир. Зачистить все гнезда в зоне заражения. Не, пока не хочу. Охотник на засады. Зачистить засадный лагерь мародеров. Тоже потом.
Так, обыскать неподвижный медпункт Нейра. Вот, это там, где у меня куча зомбаков, да, напали. Блин, что-то мне сыкотно туда ехать, если честно. Прям очень сыкотно. Да, это я там подъехала, и они прям отсюда повалили. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну давайте попробуем, ладно, попробую, получится ли у меня в этот раз или нет. А здесь зомбаки такие, они типа днем спят, да, а ночью выходят на войну, на пропитку, так сказать, или как? Что-то я не поняла. Ничего себе, здесь лужа с водой, на это тормозит меня. Так. И сзади, и спереди никого нету. Отлично. Так, пожалуй, надо сохраниться. Да ты, сука, да что ж ты, блядина такая? А ты чё? Стоишь, ждёшь, мразь. Здорово, Грин. Чё со мной? Да у меня этот выпал косплей в рулетке. Можно будет продать. Так, давай-ка это. Почему я не могу сохраниться? Как странно, ну ладно. Вижу красный чемоданчик, иду к красному чемоданчику. Что-то он ничего не дает, красный чемоданчик, ну ладно. Так, лом. Лом — это хорошо. Так, там зомбаки, много зомбаков. Так, мы туда не идем, мы идем в другое место, да? Так, для начала мне нужно будет отключить эти самые громкоговорители, чтобы не сбежались эти додики, да? Ага, вон, видите, мусорные эти ямы. Охренеть, их там. Жесть. Их там просто жесть. Как наверх залезть-то? И как мне туда попасть? Не выйдет. Или меня напугало? Ну чё, не только же вам меня пугать-то. Надо, чтобы и стример тоже вас попугал немножечко. Так, ну я в упор не вижу, где мне здесь залазить, если честно. Может, сверху как-то спрыгнуть? Ну просто здесь этот... Здесь никак. Взрывчатые штуки. Ладно, пойдем попробуем с железки запрыгнуть. Так я попаду на крышу. Сзади хрюкает, блин.
Да-да-да, я уже поняла про машину. А второй где? Вон он. Опа-на, это что такое нахрен за тусовочка? С хера ли вы начали идти куда-то? Блин, что за говно? Что за миграция бомжей? Нет, не могу. Куда они? Нет тока, ну конечно. Блин, я где-то нет тут видела эту красную штуку. А с внутренней части я открою? Не идет. А как я выберусь обратно, прошу прощения? По вот этой вот? Окей, ладно. Вон она. Вон они куда-то к озеру пошли, водички попить, походу. Походу хотят водички попить, ребята. Орда, да, это она. Но мы же аккуратненько тут хотим все сделать, да? Хотя не факт, что если я включу вот это вот, оно не начнет орать. Но обычно же генераторы, они такие громкие. Ура, зеленый свет. Зеленый это... Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Почему? Ладно, посмотрим. Почему сбегутся-то? Потому что шумит или что? Инъектор Неро. То, что доктор прописал. Давай, давай здоровье. Так, мы получили опыт и, я так понимаю, уровень. Попробуем. Еще один регистратор. Сэр, у нас проблема. Я не хочу это слушать. Боец, давай поконкретнее. Тут еще один поезд на подходе. Отгоните этих людей отсюда. Свяжитесь со штабом. Мы больше не можем никого отнести принять. Я сказал им, нам давайте нужно еще 10 экскаваторов. Иначе придется сворачиваться. Сэр, вы не понимаете. Все я понимаю. Эти козлы в Портленде просто не хотят слушать. Я говорю им, лагерь забит. Тут пробка до самого Фарвелла. Отсюда поезд. И до чему-то все койки заняты людьми, у которых быстро кровь идет из глаз. Поезд. Нет ответа. Что ты такое несешь? Рация. Никто не отвечает. Уйдите. Эй, да, господи. Ну, в ближайшее время поездов можно не ждать. Ну, кстати, нет, походу они не сбежались. Так, а я зачистила вообще или нет? Жаль, конечно, этого добряка. Закрой, закрой, закрой. Он сейчас чихнул. Где-то тут можно поспать, но я не вижу где. Thank you.
А, это за деньги, да. Понятно, ну ладно. Так, очко навыков. Стрельба. Не, не то. Так, рукопашная. Что у нас тут? Убивайте мелких врагов, успешно вырываясь из захвата. Увеличивает, усиливает начальный эффект от стимулирующей микстуры, увеличивает ее длительность действия. Здорово, Волф. Сюда могут зайти. Охренеть, серьезно? Зомбаки умеют дверь открывать? Вот это поворот. Так, при использовании взгляда следопыта значки отображаются дольше. Показ растений на миникарте дает шанс вернуть болт. Давайте растения возьмем. Давайте растения возьмем. Как прохождение? Да потихоньку, потихоньку, помаленьку. Сидим тут, играем. А, я понять не могу, я зачистила или нет? И почему я не могу нигде спать лечь? Вот тоже такой вопрос интересует. А, сон невозможен, поднята тревога. Это вот из-за вот этой вот херни, вот там, вот вдалеке? А что там? Где вообще там? Что вот это? Погоня за Леоном. Она же наша. Сжечь труп Альварес. Блин, не хотелось бы, конечно, ну ладно. То есть я и тэпнуться тоже не могу, да? Потому что на меня открыта охота. Ну, в смысле, не охота, а поднята тревога. Так, а мне нужно, получается, вот сюда, да? Так, поставить отметку. Почему ты не ставишься? Непонятно, да? Ну, ладно. Так, мне нужно выйти... Да. Так, вот, но там я не выйду. Вот здесь могу выйти... Там печат. Блин, а как я должна была догадаться, что там тоже эта штука? Блядь, меня нашел один моб. Твою мать! Мне пизда, мне пизда! Пиздарики на воздушном шарике! Бежим нахрен отсюда! Бежим, 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 бежим! Главное, чтобы на меня снова эта орда не двинулась, а то я охерею. Твою мать, как неудобно у меня стоит мотик. Это он там стоит или нет? Да, он там стоит как раз рядом с этой самой. Блин, как неудачно. Твою мать! Ладно, я не буду бежать в ту сторону, я побегу в другую. Ваши ставки, я убегу от орды или нет?
Слушайте, ну походу убежала. Ух. Господи Иисусе. Так. Байк слишком далеко, его вернуть невозможно. Интересно. О, кнопка. Привет, Николан. Спасибо большое за 27 месяцев с возвращением в волчью стаю. Наши лапки в твоем распоряжении, уважение от стримера, отчетка, прекраснейшие смайлики. Слюнявенького тебе, спасибо большое. Блин, ну я сейчас туда пойду, меня накроет. А тут можно пока полутать эти самые? Блин, как же сыкотно там. Как я не учла вот это, ну как... Хотя, блин, как не учла? Я даже не думала, что там такое может быть. Даже не думала, что там такое может быть. Теперь это не грозит попасть под машину. Ядрить. Его так и нельзя до сих пор вернуть? Не, можно. Что у вас здесь происходит? А как работает вернуть байк? Я что-то не понимаю. Нет, вернуть байк не работает. Вернуть байк в этом состоянии невозможно. Что значит в этом состоянии? В каком состоянии? Блядь! Бежим! Ай-а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 й. Ладно, с тобой давай подеремся. Ты один. Блин, да как мне байк вернуть-то? Что за прикол? Там просто орда целая. Здорово, Скелнер. Блин, какая же жопа, а? Пулемета нет. Ну, как бы да. Блин, а я могу тэпнуться без своего мотока или нет? Он туда прибудет? А, быстрый переход невозможен. Байк слишком далеко. Твою мать. Ну, походу, все поиграно. Я не знаю, как с ними это самое драться. Почему не спать не уходят, суки? Чё, они опять меня заметили? Да вы чё, прикалываетесь? Идите нахрен домой! Да я не могу вырубить сирену, я не могу подойти даже, ты понимаешь? Это последнее. Бежим! Такие звуки, как будто за мной бежит обозленная бывшая. А теперь за мной бежит обозленный бывший.
конечно, писечные махинации, чтобы байк вернуть. Так, надо починить, да, его. Мачете хорош. А байк сам не приезжает? Не-а. У тебя такое было? Что за мной гналась обозленная бывшая? Фу! Нет! Это что нахрен такое? О, все, орда уходит, аллилуйя. А я могу подозвать байк? Я уже близко. Не могу. Байк слишком далеко, да вы издеваетесь? Не должен был меня увидеть. Так, вон он один идет. Что-то он хочет. Не может никак определиться, гаденыш. Одевай. Так, ну все, получается, мы отсюда уезжаем. Так, а куда мы едем? Так, охотник из засады. Засадный лагерь у туннеля. Либо сжечь труп Альварес. Ну давайте сожжем труп Альварес. Как к ней только ехать, вопрос. А я не поставила путь. Поставить отметку. Да нет, поставила. А, вон, теперь появилась. О, олень. Оленя здесь тоже можно валить? Ай-а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 й-
Блин, у меня здесь висит зачистить все гнезда, но если честно, я даже не знаю, где эти гнезда. А этих я завалила. Не, на таран я байк поврежу, потом его чинить. Так, а как тебя сжечь? Просто взять и сжечь? Молотовым, да, наверное. Не бойся, Альварес. Я не брошу тебя на съедение. Покойся с миром. Они больше тебе не страшны. Так, а мы вот это вот смотрели, читали? Нет. Интересно. Бухарь, ну, за слышишь? Это вроде не дают никакие очки. Да, Дик. Я позаботился об Альварес. Спасибо, брат. Она бы поступила так же. Да, так, а что прав. Теперь? Конец связи. А что теперь? Так, охотники из засады, охотники на зараженных, зачистить все гнезда в зоне заражения.
и погоня за Леоном, которая хрен знает где, да. Ну, давайте попробуем доехать. Попробуем доехать, да, хоть за нами там и открыли охоту. Вот, но... Да, ехать, конечно, далековато. Так, а куда я могу... Быстрый переход заблокирован для перехода в этом месте. Очистите зараженные зоны. А, я в зараженной зоне, да? И мне нельзя тут никак. Блин, ну может быть дальше типа где-то... Ну, на кладбище я уже была, там нету гнезд. Может вот здесь наверху что-то? Давайте посмотрим. О, Рейдерюха, доехал. Мародеры пошли на фриков! Флаг вам в руки! До свидания! За мной не едут? Не бегут? Вроде нет. Так, давай-ка мы тут сохранимся. Сохранимся. О, бежит, бежит, бежит. Еще бегут. Вот так. Так, давай попробуем камушком их приманить. А теперь... Блин, четвертого не за это не захватило. Гори, сраный фрик. А, блядь! Ты дурак! Вот уроды. Блин, вот казалось бы, да? Мы же должны быть вместе против этих зомбарей. А мы как бы делим территорию. Что за хрень вообще? Ножками стула дерутся. Вот это, конечно, ума у вас палаты. Кстати, я могу сделать болты. Ай. Есть. На жопке шерсть. Ничего себе. Так. Да, полоску ромозавр закрыл. В смысле, настоящий аноним закрыл, извините, ошиблась немножечко. В меня сегодня кидаются европейскими рублями, как сумасшедшие. Бита. А у меня же есть, да, на милишку? Кстати, можно вот это открыть. Сигнализации, надеюсь, нет. Братан, 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 подожди. Спасибо, что подождал. Больше европейских рублей, богу, европейских рублей, да? Так, давайте поремонтируем. Угу. Болтяу я еще могу сделать. Отлично. Блин, я сделала пепельный болт. А зачем? Непонятно. Ну ладно, пускай. Так, давайте еще похиляемся до фула. Ой, промазала. А теперь не промазала. О, топорик, хороший топорик. Но у него дамага меньше, чем у мачете, так что нет. Тут гнездо. Я знаю, 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 знаю. Я просто пока зачищаю. Пока. Так, кстати, где тут мой этот метательный? Оно сгорело? Оно сгорело каким-то хреном. Я же его вроде не сжигала.
патроны максимум. Вот это прикол. Я его не сжигала, а оно сгорело. Получается, кто-то тут поработал до меня. Так, здесь есть обрез, но не хочу обрез, если честно. Так, а что вот это? Кстати, а что вот это? Потрогали за жопку. Бинты, хорош. Это можно вниз спустить? Нет? Нельзя. Бывает. Так, а где же тогда еще получается два? Я не понимаю просто, где еще гнезда. Вот здесь, может быть, поставить метку. Ну и где-то вернуться на кладбище поискать, что ли. Тебе помогали? Спасибо тому доброму волшебнику, кто мне помогал. Так, запах сил иссяк. Это, конечно, плохо. Хотя, что вот это вот тут такое? А, это перевернулась просто штука-дрюка. Окей. Так, стоп. Почему? Да я могу и прямо проехать, зачем мне в объезд? Вот где гнездо. Гнездо где-то рядом. Ух, ёрч. Ну лезь уже! Где вы видели зомбака, который так будет уворачиваться? Вы чё? Так, ну этих максимум. Давай возьмем канистру, заправим наш байк. Блин, а где еще? Где еще может быть гнездо? Ой, стой, нет, куда ты выбросил? Слезь с байка. Где? Вот так. Мне вот интересно, в каждой канистре свое количество? Я просто думала, что отдельно нужно собирать керосин, и отдельно, типа, нужно собирать вот эти вот штуки. И вместе они, типа, дают бензин. Но, как оказалось, керосин нужен для молотова, а для того, чтобы заправлять, нужна непосредственно вот эта вот канистра. Короче, интересно. Это поправимо. Поехали. Так, что у нас еще есть? Куда нам еще надо, как вы думаете? Может, куда-нибудь вот сюда? Ну, давай глянем вот сюда.
ты что такое? Ой, я такое в Карелии видела. Ты что делаешь, козел? Быдло бескультурное! Кошмар! Кто такое делает? Я в шоке! Я думала, он сейчас подойдет, скажет, вах, какая красивая статуя! Угу, сказал. А какой смысл здесь вообще, как бы, вот в этой площадке? Опять локация ни о чем или что? Так. Где мой байк? Потеряла байк свой. Грибочки. Тут, значит, для болтов надо бы нам. О, керосинчик. Так, а я могу, кстати, выбрать, подожди. Вот, выбор зоны. Жопкой собрал грибочек. Нормально. Я сломала. Нет, я ничего не сломала. Мне нужно зачистить вот этот лагерь, но сегодня можем заканчивать. Так. Но вопрос остается и дальше. Где нахрен... Так, тут мы были. Тут мы были. Где еще? Тут мы тоже были. Тут нифига нету. Должен быть какой-то красный амбар? Я просто не понимаю, если честно. Главное, навигатор показывает сюда. А зона вообще показана как-то дальше. Или вокруг меня просто зона не показывается. Наверное, вокруг меня не показывается. Проедем дальше, посмотрим, что там. Вон он. Все, я нашла. Аллилуйя. Где оно, твою мать? Ведь рядом... Нашел меня сразу, да? Козел. Да ну. Ой-ой-ой, бегут. А, у меня фонарик включен, лол. Так, ну вроде все. Идемте посмотрим, что там еще залутать можно. Так, керосин. Тряпки. Пепел нельзя. Коробки здесь вроде нет никакой. Есть только топор. Топор хуже.
Ну все получается, я зачистила зону и могу быть свободным. Могу же? Я вроде три гнезда уничтожила. Да вроде да. Так, давайте в лагерь. Быстрый переход. Нера? Так мы же одно зачистили. А уже все, уже все. Уже все, мне уже идти отдыхать надо. У меня аж горло болит. Я это, стараюсь не перестримливать. Открывать. Ой, ему можно. Сказала Эля, которая стримит даже в свои выходные. Выглядишь ты не очень. Ты что-то ищешь? Так, пойдемте все сдадим. Эй, Систерс. Привет. О, привет. Как дела? Я сидел дома. Сильно болел. О-хо-хо, неплохо. Пока все. Да, неплохо. Эй, так, спасибо. Кухня. Растения и мясо животных можно отнести на лагерную кухню. Вы заработаете кредит, и уровень доверия к вам повысится. Ценность разных видов растений и животных различается. Так, у меня есть волчатина, куча грибов, ягод и растений. Продать все. Пока что это все. Так, доверие дало. Хорошо. Так. Что у нас тут хватит на что-нибудь? Эй, подзаправить. Так, снижение шума, отлично, давай. О, это клевая штука. Так, дальше кофры, на кофру еще рано, бензобак уже стоит, рама. Рама чуть-чуть увеличивает прочность, не знаю, шины. Отлично, что-то еще? Возьмем. Так. Это хорошо послужит. Так, ну я апнула все, что могла. На все остальное мне надо второй левел. Сейчас завернем. Ой, что я наделала? Ага, отличный выбор. О, это клевая штука. Девольк. Отлично. Что-то еще? Сиденье бы поменять, а то у меня сиденье говна, конечно. Вообще, моток бомжатский сидит. Ну, хоть такой, ладно. Так, давайте заправим его. Водище топлива хрен найдешь. Ремонт не требуется, отлично. Так, все, ну работа. Вот он у меня вот. Погоди, такой теперь, красненький волчонок мой. Аву! Так, ну что, ребятушки, будем, наверное, тогда заканчивать. YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, показывайте нас друзьям. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока! Так.